Якутяне сыграли неплохо, у них все впереди. Так оценил подготовку наших спортсменов главный тренер сборной команды России по волейболу сидя Александр Овсянников. В выходные завершился первый этап чемпионата России. На площадку Дворца спорта 50 лет Победы вышло 8 заслуженных мастеров спорта, всего 6 команд, в том числе 2 сборные команды Якутии. По итогам соревнований неоспоримую победу одержала паралимпийская команда из Екатеринбурга. На втором Московская область, на третью ступень пьедестала поднялась команда из Омска. Хочу выразить благодарность именно Анастасии Семеновне от Министерства спорта, Николаю Николаевичу Дегтяреву за то, что поддержали, а также нашим всем учреждениям Министерства спорта, что поддержали, получили такой опыт именно проведения чемпионата, а также проведения именно волейбола сидя.